Димитровградский каратист Артем Петрухин вернулся из Москвы с медалью. В столице проходило первенство России по синкёку сэнкай среди юношей. Воспитанник клуба «Кэмпа» стал серебряным призером. В соревнованиях участвовали более 350 спортсменов со всей страны. В весовой категории свыше 65 килограммов, в которой боролся Артем, соперничали 19 ребят. В итоге димитровградец проиграл лишь финальный бой. Результатом довольны. Второе место, как бы, ему дает небольшой шанс, что он примет участие в международном турнире в Японии Dream Cup.